С этого года жители республики будут ловить горбушу для личного потребления бесплатно до 25 кг рыбы в сутки. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в правила рыбоводства. Кореавтотранссервис принял решение о том, что с 18 января стоимость проезда от остановочного пункта Заозерье до любой другой промежуточной остановки в сторону железнодорожного вокзала Петрозаводска будет составлять 35 рублей. Госавтоинспекция Карелии предупреждает, в ближайшие дни на республику обрушится сильный дождь со снегом, что сильно осложнит дорожную обстановку по всему региону. Астрономы сообщили о комете, которая будет видна невооруженным глазом. Открытая в марте прошлого года комета 1 февраля будет на минимальном расстоянии от Земли, всего лишь в 42 миллионах километрах. Волки утащили собаку в центре пряжи, сообщают местные жители. Наглое нападение случилось в освещенном центре, где даже поздним вечером ходят люди. В Сартовале 24 и 25 января пройдут чемпионат и первенство Карелии по конькобежному спорту памяти Сергея Хлебникова. Около 100 спортсменов преодолеют дистанцию в 100, 500 и 1000 метров.